Как и обещал, мини-инструкция по работе с Total Launcher, как сделать красивую оболочку для вашего CarPC. Значит, есть планшет Nexus 7, установлен Total Launcher. Нажимаем, даже, наверное, пока не так. Зажимаем длинный таб, появляется список наших рабочих столов. Здесь можем назначить, например, новый рабочий стол и как-то его назвать. Дальше. Вот этот значок обозначает, что можно выбрать обложку. Выбираем обложку альбомная, изображение. У нас здесь есть изображение уже, которое я сюда закачал. Если нет, вы нажимаете кнопочку плюс и выбираете их. Ну, они у нас уже имеются. Ну, вот у нас есть Lexus Test. Нажимаем ее. Сохранять пропорции обязательно, пускай стоит. Окей. Смотрим, что у нас получилось. У нас получилась та красота, которую мы рисовали в фотошопе. Теперь сюда надо добавить виджеты. Виджеты добавляются... Ну, давайте не на этой, давайте я покажу на рабочем столе, который уже был создан. Так. А стоп, это несколько ранее. Вот. Значит, сюда мы можем добавить виджет первый. Ой, текст. Выбираем текст, и что мы будем делать? Открывать приложение. Ну, например, это будет музыкальный плеер у нас. Вот, PowerAmp у нас появился. Мы перетаскиваем ее туда, где мы хотим видеть эту надпись. И добиваемся размеров, которые нам понравятся. Все, готово. Нажимаем кнопочку «Сохранить». И получаем себе красивенькую кнопочку, с которой можем работать. При нажатии на эту кнопку откроется музыкальный плеер. Так, теперь сделаем что-то более красивое. А именно добавим сюда виджет, который может общаться с машиной. Нажимаем плюс, нажимаем виджет приложений. Так, Tokyo виджет. Программа у меня купленная. Вы можете скачать с FOPDA. Выбираем, что мы хотим показывать. Мне нравится вот такое вот объединение аналогового и цифрового датчиков. Ну, выбираем, например, скорость по GPS. То есть точную скорость в машине у нас уже есть. Как правило, скорость СБД-2 датчика, а вот точную по спутнику мы как раз добавим на экран. Есть у нас виджет, мы его опять же расширяем до нужных нам размеров. И сохраняем все. Теперь у нас есть кнопки для запуска приложений и есть виджет скорости. Собственно говоря, вот и все премудрости создания красивой оболочки для современного CarPC. Сложного ничего нет, сюда можно вывести виджет еще музыкальный, сюда какое-нибудь время. Ну, кто как хочет, то и сходит так с ума. Картинку рисуйте сами, которую хотите. Все, спасибо.